leaving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feel lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Мы приехали в ботанический сад, называется Ботания. Пытаемся отколупать лед. До этого была очень теплая погода, а сейчас резко похолодало. Все превратилось в лед. Вся вот эта вода. Вода в лед превратилась. Вот тут люди уходят активно. Пришли. Ботания. Центр. Это самый северный ботанический парк, ботанический сад в мире. Это похоже на аптекарский огород в Москве. Вот там люди греются внутри. А здесь есть ледяные скульптуры. Некий парк. Пойдем посмотрим. Видишь, все сияет огоньками. Вот там музыка играет. Светится все. Пойдем туда. Пойдем туда. Где музыка? Сегодня в честь открытия сезона культурного посещение бесплатно. Поэтому мы решили посетить. А что, потом не будет бесплатно? Не, потом платно. Открытие сезона в середине зимы. Ну, открытие сезона имеется Нового года, имеется в виду. Новый год, наверное. Да, видишь, светящие человечки какие-то. Что-то они там... Если будут говорить нам что-то. А если они, да, будут говорить... ТРВ скажет. Даже какая-то музыка. А, куда-то идут люди, стоят. Вообще надо понять, куда. Это вот это Ice Exhibition. Это, собственно, куда мы хотели, да. Все остальное снаружи не Ice Exhibition. Ну, типа. Вы стоять тогда.
Можно покататься на такой веселой горке, подсвеченной. Диди. Веселая горка. Правда, она не совсем катится. Так, вот там еще есть одна горка. Синяя. Там это, скульптуры, как на острове Пасхи. А, видишь, они далеко. А, дед, смотри, тут... Сколько снега? Они же из снега, да? Да, они из снега. Прикольно. Из больших кусков снега сделанные. Из сугробов. Вот, кстати, пример. Это как вот кусок. Вот из него такой привозят, трамбуют, убирают эти. Но они все одинаковые. Они, типа, в каком масштабе? Один к одному? А, не знаю. Наверное. Один к одному. А здесь можно посмотреть технологию производства этих фигурок. Сначала берут, трамбуют снег, форму. Потом эту форму снимают. И потом уже вот обтесывают. Следующий этап. Следующий уже появляется лицо. Потом появляется лицо более точное. И потом уже появляются фигурки. В общем, для этого нужно много снега. Чего здесь и так очень много. Фигурки называются стуканы. Пойдем вот еще туда пройдемся, посмотрим, что там. Немножко рука отмерзла. Вау. Там тоже какой-то это детский какой-то парк. Домик детский. Это скульптура помойки. А это супер большая горка. Огромная горка. Я застрян там. Она узкая. Ну да. Кому нравится, могут воспользоваться. Не хочет я. Ой. Снег сверкает, как в детстве. Зашли внутрь, тоже много людей. Зашли внутрь, камера сразу запотела. Тут большая влажность. Как в тропиках. Ну да, очень похоже на аптекарский огород. А мы находимся в городе Энсо, который находится намного севернее Питера. Да? На какой широте? Что ты говоришь? На какой широте находится Энсо? Не знаю. 60? Где-то между Питером и Мурманском, наверное.
пустыне. А, это здесь уже более сухой климат. Находится на 62-й широте. Но это ни о чем не говорит. Ну, в общем, это северная. Москва 55, по-моему. Да. То есть они, получается, повышаются? Чем севернее, тем больше. Ну, последний северный полюс от 90-го. Где растет вот. Помнишь, это? Да. Да, это у нас дома растет такая штука. Как она правильно? Стапелия. Стапелия. Написано где-нибудь? О, видишь, написано. Стапелия. Что-то. Ну, кстати, у нас она даже лучше выглядит, чем тут. Она гораздо больше. Вот эти цветы гораздо зелененькие. Более большие. А вот, смотри, кактус. Ползучий кактус. Червяк из дрожжей. Кот. А сюда можно наступить, да? Можно посидеть. Никогда не видел, как цветет алоэ. А вот оно как вот цветет, так, да? Это цветок алоэ. О, это вот как оно размножается на самом деле. Мы почему-то привыкли, что они размножаются лепесточками. Ну, короче, если... А они вот, у них есть это будет дерево. Цветки. Да. Я думаю, это не цветки, это уже семечки. Семечки, да. А это целое, вот это целое дерево. Целое дерево. А это вот эта розочка. А это я не знаю, что такое, там где-то на табличке написано. Ну ладно. Пойдем тогда. Я такого не знаю. Это стул. Да, перепутаешь табуреткой и сядешь случайно. Табуретку. Ну, руками не трогать, говорят. Нельзя трогать. А вот это продают такие кактусики. В магазинах такие. А вот мой алоэ. Седой. Ну, это алоэ. Вообще один в один, да? Как он называется? Алоэ. Мегалоканта. Седой кактус. Волосатый кактус. Пушистый. Можно его погладить. Нет, конечно. Ну, можно, конечно. Если, кстати, нигде не написано, что не зачем. Нет, там написано «Эй, что-то там». Скорее всего, это как раз про это написано. Что там на финском? Ну да, что на финском? Здесь уже влажный климат. Пахнет теплицей. Да, теплица какая-то, с помидорами. И капает сверху вода. Ну вот эти перчики висят. Причем это место не рассчитано на такое количество людей. Наверное, они уже пожалели тысячу раз, что пустили. На самом деле, не очень дорогие эти растения. Большие, но все, алоэ. Еще редко выдают. Атмосфера хорошая, здесь чувствуется лето. Да. Если бы сейчас мы оказались где-нибудь в Таиланде... Пахнет, как будто летом идешь к реке. Да. И кумары. Это герань. Герань. Герань? Пахнет даже. Да. Мандарин.
Мандарин. А нет, Нового года. Мандаринов нет? А это типа, это печка. Печка, да. Она нагревается. И камни теплые. Такие, ну такие, да, слегка. А где рыбки? Очень маленькие. Прям пойдем по джунглям. Дорожка по джунглям. Прикольно. Только еще шорты надо одеть. Ананас. А где, собственно? Сам ананас. Съели? Мне кажется, какая-то не очень хорошая идея здесь ставить столы. Потому что, ну, типа, это все превратится в лаган. Собственно, что и происходит. Это как выглядит кофе в естественной среде. My appetite. Don't leave me high and dry.